Всем привет, ребята, меня Руслан, и сегодня у нас шоу Руслан привез новая рубрика «Разбирать кнопки в Mew Playground». И сегодня мы разберем кнопку, которая называется «Удаление». Давайте начнем. Давайте на нее нажмем. О, где это я? Стоп, я невидимый? Могу что-то какого-то затроить. Окей, пойдемте. Опа, вот Вася и Яблочко, кажется, они о чем-то общаются. Давайте посмотрим, о чем они общаются. Да я тебе говорю, у меня правда с кабром старше кубков. Нет, это у меня. Нет, у меня сейчас стрельну. Ага, значит, они разбираются, у кого 20 кабров старше и кто не врет. Ладно, давайте их затроллим. Мина летает! Так, ну все, затроллим. А теперь надо разобраться, как стать видимым опять. А то мне как-то надоело уже быть невидимым. О, стена появилась. Может, в нее удариться? По-моему, это помогло. Теперь понятно, как все-таки становиться видимым, если невидимый. Ну ладно, ребят, на этом все. С вами был я, Руслан. Всем пока. В следующем видео разберем следующую кнопку.